дорогие друзья! Добрый вечер! Москва, москвичи и гости столицы, а также все, кто нас сейчас слушает в прямом эфире в Инстаграме. Я вас очень рад приветствовать сегодня. На самом деле очень-очень рад, потому что такие встречи, особенно сегодняшний концерт, он вообще, наверное, главный в моей жизни. Это первая такая ступень, главная ступень, потому что этот концерт состоится в городе Москве. Немножко волнуюсь, немножко запинаюсь, хотел больше сказать. Степень ответственности, вы понимаете. Но я постараюсь сегодня меньше говорить, а больше петь, учитывая временные рамки. Мы, конечно, сделали программу разнообразной и интересной, постарались с моими коллегами. Я сегодня их всех вам представлю, всех, кто участвовал в создании, формировании моей сольной программы. Это музыканты, артисты и творческие люди. И что еще хотел сказать, то, что мы, к сожалению, не смогли провести большой такой концерт с большим количеством участников, музыкантов. На сегодняшний день это очень тяжело сделать, и многие артисты не могли просто приехать в силу этих причин. Но, тем не менее, концерт начался, и я продолжаю. Песня заслуженного артиста России Андрея Никольского «Мой дед казак». Любо мне, когда дон раздевается.
можете подпевать. Его из других городов, да, прилетели. Вот с севера, по-моему, кто-то прилетел, да? Или я путаю что-то? Ярославля приехали. Да вы что? Как это прекрасно. Мне очень это... Это еще большая ответственность. Я думал, мало ли там что-то голос не будет, или еще что-то, люди приехали, там концерт не состоится по уважительной причине или по неуважительной причине. Вот что еще хуже всего. Но тем не менее, я очень рад. Спасибо, что вы так реагируете, спасибо, что слушаете. Можете подпевать. Но сейчас я представлю вашему вниманию песню такого самобытного, неповторимого, неподражаемого автора Николая Емелина. Он пишет его творчество о величии и могуществе наших предков. И вот одна из
песен, его песен. Называется она «Еду к бате». Стояла ветхая сосна. Thank you.
События. Гитариста, виртуоза. Вы уже знаете, да, наверное, кого? Да вы что, я хотел бы вам посмотреть. Виталий Кись! На сцене место. Добрый вечер, дорогие друзья. Семьям, нашим детям с наступающими праздниками. И это большое счастье, что в эти предновогодние дни у нас есть в это непростое время собраться и вот так послушать живую русскую музыку. Ну а я хотел бы начать наше выступление, вернее, свое, и за мной будут тоже артисты, с авторской композиции «Русская фантазия».
над сестру качает. Ой, люли, люли, брат сестру качает, брат сестру качает, еще величает сестрица родная, расти поскорее. Сцену, чтобы она исполнила рождественское пупыри, а поможет нам еще один Виталий Кис. Прошу, друзья! Ну, буквально пока артисты готовятся, вы знаете, пару слов о проекте Дмитрия Сорокина. Большая радость была принять участие в его создании, потому что вот несколько лет назад, когда Илья Сизанец, кстати, спасибо тебе, Илюш, большое, это вот, поприветствуйте, это вот на тот тебе, Илья Сизанец, да, который трудится с Виктором Сорокиным, несколько лет назад возникла идея, причем аранжировать несколько кубанских песен. Сначала не хотелось, знаете почему? Потому что я был уверен, что кубанскую песню не надо трогать, она самодостаточна, и какая-то любая аранжировочная канва ее может только испортить. Но Кубань настояла, таким образом родился проект. Итак, друзья, прошу. Дорогие друзья, ну, мы немножечко будем в другом формате сейчас двигаться, да? Исполним вам небольшую зарисовку рождественских
так называемый блок. Вот. Но это белгородские две песни. «Рай, рай, моря». Да, ведь скоро Рождество, и вряд ли, конечно, в январе мы с вами встретимся, да. Концертов, к сожалению, очень мало, их просто нет. Вот. Ну и, в общем, я уже как бы хочу заранее всех поздравить этими песнями, да. Вот. Хорошей вам Коляды, да? Богатого года, богатого на хорошие события, не такие грустные, как были в этом году.
вам для вас пою. В стиле цыганского бельканто. Настоящий цыганский романс. Бой, звени, моя гитара. А не убирайте совсем. Регом. Оставьте регом немножечко. Зачем напрасно? Я не знаю. Обидел ласку, не ценя. Да разве без тебя на свете друзей не будет у меня? Белый был, красным стал,
кровь обогрела. Красным был, белым стал. Смерть побелила. Thank you.
Yeah.
Но, как мне однажды сказал народный артист России, Саша Небесный Анатолий Владимирович Лезвинский, солист кубанского казачьего хора, то, что с тех пор, как появились микрофоны, многие стали считать себя певцами. Ну, значит, риск. А для меня кусок свинца, он делая бьется из лёд и не прольётся. Какая жизнь пошёт меня из лёд и не прольётся. Какая жизнь пошёт меня. Одна из таких новых песен, которая мне понравилась. Я ее слышал ее, но совершенно в другой интерпретации. А вот недавно услышал в интернете рекрутская «Не кукушечка кукует». И она как-то так взяла за душу. Я надеюсь, что она вам тоже приглянется. Где кукушечка кукует, где соловушка поет, родной маме как тоскует, сые солдатик идет. Давай ты, родная моя мать, по головушке не гладь, по головушке не гладь, меня солдатик не гладь. Красносолнышко мое, ты не сдавай меня в солдатики, ведь я детенышко твое. Не сдавай меня в солдатики, ведь я детенышко твое. Погодите, не стряхите, вон сударышко идет. Пусть хоть он мне кудряшечки на память подобернет. Только платиться не шьёшь. Повезут меня в солдатики, правый жат от чёрный пойдёшь. Повезут меня в солдатики, правый жат от чёрный пойдёшь. Нам недолго молодцом ходить под тятиным крыльцом. Остаётся 8 дён, а потом поход пойдём. Остаётся 8 дён, а потом поход пойдём. Кабы не было зимы, кабы не буранило, кабы не было войны, меня бы она не ранила. Кабы не было войны, меня бы она не ранила. Как убили Есаула, да посыпали песком, и не споет теперь гармошечка веселым голоском. Кукушечка кукует, и соловушка поет, родной маменька тоскует, все солдатики идет, родной маменька тоскует.
Он сейчас казачий хит, не знаю, как сказать. Ну, когда беру в руки гармон, все почему-то ждут, что я спою. Правильно, когда мы были на войне! Займемся этим делом, правильно? Так что можно подпевать и танцевать даже. Oh,
Замечательный формат. Спасибо, тоже приятно. Приятного вам аппетита. На самом деле такая теплая, дружеская атмосфера. Несравнимая с концертным залом, наверное, тоже нужно иногда периодически, а сейчас, наверное, и невозможно по-другому, вот так собираться чаще. Вот. Я думаю, руководство бар-клуба «Гнездо Глухаря» будут нас поддерживать в этом отношении. Дальше немножко предисловие такое, отступление, хотя все по программе. Дело в том, что за время ограничений, так сказать, концертных, мы не сидели сложа руки, выступать негде было, эмоции, какие-то вдохновения, оно приходит, да? И мы сделали еще один творческий тандем с одним человеком, музыкантом, которого сейчас представлю. Записали музыкальный альбом, выпустили его. Я знаю, надеюсь, что вы знаете то, что 12 августа этого года вышел альбом. Называется он там «Шли два брата». Вот в этом альбоме. Записаны авторские, народные, в первую очередь, песни, казачьи. Ну, немножко формат, конечно, может быть, кого-то пугает, кого-то нет, но тем не менее, смысловую нагрузку мы не меняли, только лишь, знаете, современные вот эти вот биты, украшения, музыкальные средства выразительности. Для того, чтобы, наверное, привлечь молодежь к нашим песням, да, чтобы они не забывали, знали и подпевали вместе с нами. Ну, хотя бы вот так. Хотя, наверное, это, возможно, и какой-то обман, но надеемся, что мы на правильном пути. И также в этот период, в июне, мы приступили к съемкам видеоклипа на песню «Там шли два брата» в живописных местах Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Но планировалось, конечно, показать этот видеоклип и одновременно исполнить песню, но только технически это невозможно на сегодняшний день здесь. Поэтому мы исполним ее. Мы, я говорю, я и мой коллега, товарищ творческий Иван Лубягин. Автор-исполнитель. Добрый вечер, друзья. Как настроение? Для меня большая честь стоять на сцене с таким большим артистом. Надеюсь, я не подкачаю. Главное, чтобы я не подкачал. Там шли два брата.
спасибо, дорогие друзья. Нам очень приятно. Ну, а теперь слово Ивану Лубягину. Друзья, с вашего позволения, я исполню две своих авторских песни. Первая песня «Кубанка» на стихи кубанского поэта Юрия Кузнецова. Выдался очень тяжелым, ушло из жизни очень много великих, выдающихся людей. И я хотел бы прочитать стихотворение одного великого человека, для меня лично, который ушел в этом, да и не только для меня, я думаю, для многих. Это великий актер Валентин Иосифович Гаф. И я хотел бы прочитать его стихотворение, которое называется «Хулиганы». Мамаша, успокойтесь, он не хулиган, он не пристанет к вам на полустанке. Войну Малахов, помните курган? С гранатами такие шли под танки, такие строили дороги и мосты, каналы рыли, шахты и траншеи, всегда в грязи. Но души их чисты, навеки жилы напрягли на шее.
Что за манера сразу за ногами? Что за привычка сразу на колени? Ушел из жизни маяковский хулиган. Ушел из жизни хулиган Есенин. Чтоб мы не унижались за гроши, чтоб мы не жили, мать, по-идиотски. Ушел из жизни хулиган Шукшин. Ушел из жизни хулиган Высоцкий. Мы живы, а они ушли туда, взяв на себя все боли наши, раны. Горит на небе новая звезда. Ее зажгли, конечно, хулиганы. Ну и еще одну песню я исполню, свою авторскую. Посвящаю ее всем сибирякам. Сибирь моя! Нашего любимого артиста Виктора Сорокина. Спасибо, Иван.
Песня Александра Васина Макарова «Письмо казака». Вошло и две моих песни,
Я как-то не люблю их исполнять. Ну, не знаю почему. Совесть не позволяет, что ли. Это шутка, шутка. На стихи моей сестры Олеси Сорокиной. Вернусь! На сцене народная артистка России, художественный руководитель ансамбля «Русская душа» Людмила Николаева. Кристина, ты рад, поздравляю тебя. Спасибо, спасибо. Шикарный концерт, правда?
Людмила Николаева! Виктор Сорокин! Спасибо за то, что молодцы. Вы знаете, иногда телевидение, ну, нас по ТВЦ показывают, больше нас никуда не берут, и вот они всегда говорят, мы вас очень просим, дуэт, найдите, пожалуйста, бравого казака на дуэт. Ну, конечно, мы недолго думали, мы просто мечтали целый год вот спеть с Витей дуэтом. И я написала песню, и вы ее обязательно услышите на Новый год. По программе ТВЦ и на Огонек, и снег с доставкой на дом. Ну, в общем, лови момент. Спасибо, Людмила. Спасибо. Виктор Сорокин, заслуженный артист России! Людмила Николаевна, народная артистка России! Спасибо. Спасибо. Здоровья, берегите себя. Всем вам побед творческих и нетворческих тоже. Я, например, так защищаюсь от коронавируса. Я после магазина обязательно принимаю 50 грамм водки. Но начинаю я с носа. Сначала палец туда, можно даже пипетку. Правильно? Вы тоже так делаете? Правильно? Вот поэтому здесь не будут, здесь не будет, это, вот здесь не, никто не заболеет. Я уверена. Ну поехали! Зимненькая! Дорожку, муж мне любовь, волос не он, а грянь.
нашли тебя. Витя, кто там у тебя следующий? Идешь? Здравствуй, казак. Вспотел? Ни капельки. Но я хочу сказать, твой красивый голос — это что-то. Я очень люблю твою песню про Анюту. Мне очень нравится вот песня еще «Сосна», да. Стоит высокая сосна и на пригорку кует. Слушай, можно я за тобой поухаживаю? Но ты такой красивый. Спасибо. Спасибо. Я приглашаю Ивана для того, чтобы мы исполнили песню заслуженного артиста России, чемпиона по баяну, баяниста-виртуоза. Вернулись все-таки. Ну, и так тоже хорошо, да? Песня Сергея Войтенко «Морожка». Морожка зацветет, но сам.
Ну, мы смотрим, градус накаляется эмоциональный, поэтому нужно что-то еще. А что может быть еще? Не успел. Ойся, ты ойся. Песня Андрея Никольского. Ты прости меня, родная.
море, я вычислю там и поле. А ведь вклонится так будет и бьет. Через там и поле мы час затонем. Сердце про нас напоет. Ты прости меня, родная, под цыгане в берегу. Где умру, я значит не знаю. Буду голову сложу. Отделение и все, что сегодня не спели, споем. Сначала в большом зале, а потом те, кто не устанет, переместятся в малый зал. Я знаю, здесь два зала есть. Ну, это, конечно, шутка, но вроде неплохо. Дорогие друзья, спасибо вам большое за поддержку, за эти эмоции. Это просто дает жизнь и веру в то, что все у нас верит по-другому. За Святую Русь помолюсь.
Дорогие друзья, спасибо. Я хочу пригласить всех, кто сегодня участвовал в программе. Виталий Кись, Виталий младший Кись, Елена, Людмила Николаева, пожалуйста, проходите на сцену со своим ансамблем. Иван Лубякин. Мадис. Безусловно, выходите, выходите. Это же импровизация. Мы вообще-то не репетировали ничего, и я не знаю, что мы будем сейчас петь, но я вижу то, что мы не имеем права уходить. Вы буквально в двух куплетах. А они сколько не знают? А мы знаем, мы попоем. Вы скажете, да. Ну вы знаете, какая песня? Вот все просили, а одну... Какой в силе? Правильно. Люба. Сначала Люба, братцы, Люба. У нас еще есть два творческих лица. А, ну нет, они петь не могут, голоса потеряли сегодня. Ну ладно, пускай сидят. Люба, братцы, Люба. Мои русские, очень мои сыны.
друзья. На самом деле, какой чудесный вечер сегодня произошел. Вам спасибо. Вам спасибо. Мы немножко сомневались. Не знали ничего, да. Дорога там, билеты и так далее. Какие-то подводные камни. Все хорошо. На самом деле, сцена – это для артиста словно магия. Это не мои слова. Я это где-то слышал и решил лишь домыслить и пересказать по-своему. Это словно магия или нахождение в другом каком-то мире, когда ты проживаешь какую-то другую жизнь, да, какие-то песни, какие-то истории. И есть только вот эти песни, эти смыслы и глаза слушателей, глаза зрителей. И, а также аплодисменты. Аплодисменты для нас, артистов, это высшая награда. Ну, мы без этого жить не можем. На самом деле. Я хотел бы еще раз. Людмила Николаева, народный артист. Иван Голубягин. Виталий Кис. Елена Кис! Николай! Максаткин! Оксана! Оксана! Спасибо! И еще один Виталий Кис! Ну и я! Народа. Прощание, славянки! Ты снова похож.
песни, я не знаю, только гимн России. Когда мы были на войне, давайте еще раз. Давайте еще раз. Санкции. Илья Владимирович. Давайте точку такую. Душа, душа против. Подождите. А потом все молочки. Один. Сцена осиротеет из вас. Ну это уже второе отделение пошло. 3 минуты, говорят, и все. Или уже не знаю. Спасибо, спасибо. Спасибо. Что неизвестно, когда мы будем встретиться. Вместе включаем. Когда мы были на войне? Да! Давайте. Чтобы подпевать. Обязательно. Спасибо! 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 Спасибо!
встретимся на новой встрече. Как всегда, говорим. Не прощаемся с вами, говорим до свидания. До новых встреч!